привет, друзья! Едем искать тайник. Сегодня 1 мая, у нас сегодня неожиданно тепло. Первый день, да, просто тепло. Разумеется, ветер. Но тепло, градусов 16-17. Поедем ближе к тайнику. Не знаю, как слышно с меня, потому что ветер не закипает. Как обычно, у нас сухой ветер здесь. Всегда страшно. Велосипед все еще мой трещит. Я не знаю, что это такое, или я слишком жирный стал. Хотя я взвешивался, все те же 95 килограмм. Трещит, причем, когда я сижу на сиденье, на сидушке. Вот я встаю, просто стою на педалях, не трещит. Плюс трещит, когда я сижу и не кручу педали. То есть, значит, дело не в педалях. Дело не в педалях. Я сегодня снимал, ставил обратно под сиденье, и вроде все смазано. Это смазка на месте подсидельная. Не знаю, что это такое. Это хорошо нервирует. Причем нервирует то, что ты не знаешь, что это такое. Как это убрать? То, что... Просто что там не трещит, а даже как будто, что-то трёт. Больше всего раздражает, что ты не знаешь, что это такое. Я ума не привожу, что это такое. Я уже обсмотрел, обслушал. Ни черта не видно. Хрен его знает. В общем, мы едем искать тайник. Тайник 8,5 километров удален от нас. Об сегодня шафнет это расстояние Ира, я не знаю. Она настроена не очень спортивно. Я ее еле уломал сегодня. Мы едем. Да, Кися? Вот она одела на себя 3 свитера, 2 куртки и жилетку. Чтобы не заметили. Не, ну ветрено, да. Не без этого. Хотя люди вон в футболках ходят. Опишу еще раз ситуацию с велосипедом. Вот я сейчас еду, педали не кручу, трещит. Ну, меньше, но трещит. Я сейчас встану с сиденья, то трещит. Тут хрен что запишешь, потому что машины носятся. Я не только начинаю записывать, начинается вот этот движняк. Ман. Вот. Стою. Все равно. Короче, это не по сиденью, потому что я встаю, все равно этот звук есть. Перестаю крутить педали, тоже звук этот есть. Проселочную дорогу еще ни разу здесь не было.
там стояла табличка, что я забыл снять. Там написано, что это Рекництальгебит, Натуршутцгебит, вот это река наша, Рекниц. И вокруг нее вот это все Натуршутцгебит. В общем, заповедник. Ну и красиво здесь, здесь такие холмы. Очень красиво. Вот мы сейчас заехали в страшный сон Ирусин. Проселочную дорогу. Еще и под горку. Иза, а что моя-то? У нас же горные велосипеды так-то. Они для этого приспособлены. Это нормально горная. Что ты, я трус? Я вообще ничего не чувствую. Ну, сравнил. Сравнил? Что? Ой, хорошо здесь. Просто хорошо. Вот скажи, ты здесь когда-то была? Нет. А если бы не геокетчинг, и не было бы. Я понимаю, что ты здесь, ты думаешь, сейчас такой черт, оно не надо, 300 лет, здесь лучше и не было. Но, тем не менее, если для кругозора полезно знать, что вокруг нас находится. Так, нам еще ехать 6 минут. Мы немножко дали кругаля, так как там навигатор предлагал ехать по трассе, а мы избегаем этого. Поехали по этому вокруг. Надеюсь, нам все равно сейчас не придется по трассе ехать. Поехать. Но осталась одна минутка. Иришка, ты как там? Порядок? Все под контролем? Молчит. Все. Съезжаем на проселочную. До цели 100 метров. Смотри, какая красота. Впитывай в себя эту красоту. Что за чудесный день сегодня, а? Unglaublich. Все, она уже из последних сил. Все, приехали. Где-то здесь. Где-то здесь. Приехали. Где-то здесь. Пик. Найти кетча, не вдаваясь в подробности, не читая задания, а просто вот приехав по координатам. И так вот я всегда так делаю. И так сначала посмотреть, а где бы тут можно было бы спрятать теоретически. Вот это вот ветвистое дерево пень идеально подходит. И тут плюс еще тропинка есть. Значит, ходили люди. Вот тут тоже тропинка. Нет, это не тропинка. И если таким наскоком не получается сразу найти, тогда я открываю задание, читаю задание, подсказки и так далее. Походу придется читать и смотреть координаты. Тут важно в этом деле точные координаты, потому что в другом месте можно искать долго и нудно. Кстати, к слову о том, что кто-то сегодня написал в Фейсбуке, что я пробовал, поискал, не понравилось. Ребят, во-первых, каждому свою, как Янок сказал. Во-вторых, вы попробуйте взять тайники посложнее задания. Мы берем такие простые тайники с простыми заданиями, потому что нам, в принципе, главное велотур. А кетча — это как цель, чтобы была какая-то конечная цель. А если взять посложнее задание, то там так просто не найти. Там надо поломать голову, поискать, подумать.
Поэтому, если хотите, чтобы вам было прямо интересно, возьмите сложные кетчи, берите сложные тайники. И тогда будет поинтереснее. Простые тайники такие. Я пришел, нашел, что-то мне надо отметиться в книжке, в чем прикол. Ман. В движении, в том, чтобы поднять жопу с дивана, проехаться, поискать на велосипеде, а не на машине. В этом весь прикол. Так, у нас новые координаты. Новая вводная. Прошвырнуться, подышать свежим воздухом, потратить калории. В этом вся суть, а не в том, чтобы там... Я нашел, а там ничего не было, только дурацкая книжка. Ты учитель, что ли? Я всегда одну и ту же историю рассказываю, причем. А что там должно быть? Золото, бриллианты. Ты какой-то какой красавчик, ты нашел. На, получи тебе и это, и то, и пятое, десятое, да? Вот так вот. Понимает? Да. Хорошо выглядит. Пойдет. Бывало и хуже. Так, Кися, все. Я серьезно настроен, одел камеру на голову, сейчас будут настоящие поиски, серьезные. Значит, смотри, то мне камера мешает. Сейчас только если у меня телефон включится, да, док, он включился, отлично. Нам надо переставить на Чио Дрека, не на велосипед. Так, так, все. Мы вообще не там. Кися, следуй за мной. А, нет, дох, вот это дерево, блин. Ну вот, смотри. Вообще, мы просто в пункте стоим. Покажи глаз. Класс или глаз, или что? Класс. Ничего не пойму. Между деревьев. Подсказки написано. Между деревьев. Что-то нам в последнее время не фартит. Как-то нахождение. Опа, что там такое? Что происходит? Я что-то пропустил? Между деревьев. Что? Кися, мы уже второй год похожи на двух придурков. Уже пора смириться. Я тебе скажу больше, здесь людей-то нету, особо позора нету. Бывали ситуации похуже. Так, похоже, разорили наш тайник, и его тут нету больше. Я прихожу к выводу. Да. Наши тайники.
кто-то находит перед нами. Едет вперед какая-то конкурирующая фирма, находит перед нами, они, значит, пасут вирус на моем компьютере, выслеживают. Ага, они сейчас собираются ехать этот тайник искать. Погнали. И эти злоумышленники едут впереди нас, находят эти тайники и выкидывают, походу, их. Просто выкидывают. Других объяснений у меня нету. Ну, тем ребятам, которые их находят как семечки, типа, да а что вы там не можете найти? Я только что съездил, нашел 15 штук и все. Во-первых, мы их уже нашли добрую сотню, из которых много не нашли. Что? Ага. Это что такое за дрянь? О, ну колючий, ну штихерли их. Нет, да? Ну я не думаю, что среди колючек будут так делать. А где мы вообще сейчас находимся? Мы вообще далеко от пункта. Ну и написано среди деревьев. Да. Ману. Тут просто мусор. Тут был столб. Вот этот вот. Стол. Они случайно не начали в мусор прятать тайники кись? Ты думаешь себе такое, да это мусор. Ага, а там тайник внутри. Либо под эти камни. Трехсоттонные. Сейчас закладчики стали хитрые. Не как раньше. Они в мусор прячут. Под камни прячут. А, ны-ны. Походу здесь координаты нифига не точные. Надо везде искать. Как так-то? Вот эти вот коряги. Хороши для... прятание. Беру одной рукой, вот так поднимаю просто. Все. Между деревьев. Тя. Подозрительная, да? Тут тоже тропинка вот есть. И вот казалось бы, да, мы приехали, ничего не нашли. В чем прикол? А прикол в том, что мы съездили, что мы проехались. А нашли, не нашли, это уже дело такое десятое. Да, в этой куче тоже можно запрятать, где хочешь. Тя. Судя по всему, эти деревья давно лежат, они уже сухие-сухие. Офигеть, какое оно сухое. Сколько лет этому? Офигеть. Ну, возьми муравьев. А ну, конечно, малеха неприятно уезжать с пустыми руками. Но не страшно. Главное процесс. Главное участие. Так? Да. Yep.
Вот. Я и говорю, значит. Давайте почитаем, что пишут вообще, когда я его последний раз находил. Они, естественно, здесь лежат, чтобы скрыть кетчи. Чтобы скрыть от нас правду. Здесь осторожно. А правда заключается в том, что здесь ничего нету. О, да. Попробуй ты, я тебе скину в WhatsApp. У тебя лучше получается. У тебя должна какая-то женская интуиция сработать. Включи женскую интуицию на полную мощность. Может, в этом шляухе? Он же обмотка от кабеля. Мам, чё бесит-то, а? Хорошо, вон дозу сдать можно. Блин, я не сюда не приходит в точку прямо навигатор. Да я же тебе скинул. Открывай свой. Кися, не ленись. На, я понял, держи. Говорит, дай посмотреть не надо. Понятно. Переверни этот камень под ним. Я все понял. Он рос уже. Находили. Если его находили давно, то может быть, что его там уже и нет. Здесь вот тропинка прямо. Куда эта тропинка? Кто по ней ходит? Hallo, hier sucht ihr nach einer Petling mit Logbuch. Schaut nicht in die Höhe. Типа не смотрите вверх или что? И дополнительная подсказка. Zwischen den Bäumen. Все. Ровно одно предложение. Не смотрите вверх. И написано, что типа по координатам. Здесь идет речь о поиске по координатам и логбух там. Книжка для записи, чтобы отметиться. Все. Но тут вот тропинка. Люди ходили.
А, да, я же хотел посмотреть, когда последний раз его находили. Gefunden. Блин, 26 апреля, кися. Сейчас. Блин, все находят вон. А, нет. Двадцать шестого, 23-го, 22-го. Странно, как сегодня никого не было. Так, размер тайника. Размер малый. Ман, 26-го, 4 дня назад находили его. Не смотрите вверх, он где-то внизу, причем дозу. Еще раз. Что? Как? Где? Кто? Да ладно. Посмотри, вон крышка зеленая, это не точно. Да! Ман, я уже тут уже с ума схожу, уже перечитал все комментарии за последние полгода. Я смотрел туда. Сева на камушек присесть. Говорю, включи свою женскую интуицию. Сева включила, на, пожалуйста, вон она. Просто даже не искала, не ходила. Просто вот, кися. Вот. Хваленая женская интуиция. Пожалуйста. Та-да! Та-та-да! Вот что делает старых людей под полтинник счастливыми по-настоящему. Причем, что примечательно, чем дольше ищешь, тем потом прикольнее и интереснее, когда находишь просто счастье какое-то, как это работает, унгляублик. Я уже по всем колючкам. Ман, Альта Шведа, уже давай нервничать. Давление поднял. Кисерыш у тебя не опустилось. Иду за ручкой. О-о. Нашли такие. Нашли. Ты думаю, ну как так-то? Все, читаю комментарии, все нашли. Все такие, о. Gefunden, gefunden. Ganz schnell. Einwandfrei. Reibungslos. А мы такие, не. Нет, я стандартно пишу. Gefunden, danke. О, вот это я понимаю, локбук, где есть хоть где разгуляться. Ха, кися, сегодня 1 мая. Да ведь? Да. Ну да, у нас же выходной. Неспроста. Потому что 1 мая. И я ворчал, что 1 мая будет холодрыга, 1 мая здесь всегда холодно. И вуаля, сегодня тепло. Та-да, та-та-да. Ну что ж, друзья, это был наш 89-й найденный тайник. Юбилейный. Не знаю, какой именно юбилей это, но этот юбилей я приурочиваю к 1 мая, дню всех трудящихся, солидарности всех трудящихся. Поздравляю, друзья, вас с этим. Я как честно, мы как вдвоем с Русей, как самые, что ни на есть, трудящиеся, трудяги, как этот... трудящийся класс. Кто там еще был, кися? Трудовой класс. Поздравляем вас от всей души с этим праздником. Гните спину дальше на империалистов. Зарабатывайте свои гроши, копейки,
мы тоже этим будем заниматься. Ну и между делом будем искать тайнички. Что, сильно утопил? Ну вот видно зеленую крышку, видно. Ну вот так нормально. Ну я отсюда вижу. Нет, ее даже не отсюда видно, хорошо. Ну извини. Блин, как так-то? Я все уже облазил, каждый сантиметр здесь. Такая же история возле кирхи была, помнишь, возле вот здесь вот. Мы все там облазили, и мы со второго или третьего раза нашли. Оно просто где-то там в дупле лежало, где мы тысячу раз смотрели. Вот это махшпас в геокешинге. Вот так вот весна. Как ты обратно? Какой дорогой едем? У нас тут есть два варианта. И поехать по трассе чуть-чуть дольше. Доехать до туда, где мы поворачивали. Прямо. Ну, где мы вообще вот туда поворачивали. Либо возвращаться обратно, как мы сейчас ехали по тому щебню. Но там будет вниз зато дорога, по этому щебню. Но там зато будет вверх потом. Но там будет велодорожка. В общем, два варианта. Поехали по трассе, так быстрее будет. Можно это поставить? И попей водички. Погнали. Да. Та-да-та-та-да. Все, друзья, мы почти у дома. Почти приехали домой. Это был 89-й по счету, знаете, тайник в геокешинге. Подписывайтесь.